неизвестно, откуда я знаю, а просто знаю. Я голодал. Потом поднялся. Девушку завел. Но потерял ее. И сказал себе: с этого дня один вперед пойдешь. Только на себя рассчитывай, облом. В жизни так не бывает. Мы любим, боимся, плачем и бежим вперед. Мы обычные люди. Мы нужны друг другу. И я бежал, что было сил, не оглядываясь. Пока однажды не открыл глаза, и знаешь... Те, в ком ты нуждался, тебе нужны по-прежнему, но... Им больше не нужен ты. А только твои деньги. Ты им не нужен. Ты чековая книжка. И вот... Ты хочешь меня пристрелить? Тебе по жизни отца не хватало или еще чего? А я тебе скажу так. В последнее время... Я сам подумываю о том, чтобы это сделать. Смелей.